Итог пятилетней работы третьего созыва Гордумы подвела председатель Татьяна Панфилова. Так, за 5 лет проведено 75 заседаний, принято больше 1600 решений по таким вопросам, как благоустройство, ЖКХ, социальная сфера и другие. Татьяна Панфилова добавила, что депутаты приняли важный документ – стратегия экономического развития города. За 5 лет построено 2 новых школы в микрорайонах Горрощи и Кальное, 5 детских садов. Возведено 20 пристроек к существующим детским садам. Только за последние 2 года было капитально отремонтировано 11 школ. Большое внимание уделялось созданию модельных библиотек, ремонту детских учреждений дополнительного образования. Было открыто новое здание школы искусств номер 2 в Недостоево. Важная тема повестки – это изменения и дополнения в бюджет на 2023 год. Доходы и расходы увеличились больше, чем на 870 миллионов. Большая часть идет на ремонт дорог, капремонт тепловых сетей и реализация проектов местных инициатив. Выросла и сумма на первоочередные расходы. На приобретение автобусов большего класса, проведение работ для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному сезону, и валки аварийных деревьев. Одновременно межбюджетные трансферты уменьшаются на 102,7 миллионов рублей. Кроме того, доходы и расходы на 2024 год увеличиваются на 20 миллионов рублей и на 2025 год на 310,5 миллионов рублей за счет субсидий из областного бюджета на строительство детского сада в ЖК «Метропарк». Следующий вопрос коснулся изменений в генплан города. Речь идет о 7 участках в районе Галенщина. Из зоны озеленения специального назначения их перевели в зону лесопарков и городских лесов. Предлагаемые изменения в генеральный план города Рязани необходимы для проведения работ по постановке на государственный кадастровый учет участков городских лесов, расположенных на территории города Рязани. Такие изменения позволят увеличить площадь городского лесничества больше, чем на 100 гектаров. После леса будут переданы дирекции благоустройства, и город сможет выделять средства на содержание этих территорий. На участке после включения их в состав лесничества будет возможна только санитарная уборка. Также депутаты Гордумы одобрили установку мемориальных досок на зданиях 3 школ. Все военнослужащие РФ, погибшие в ходе проведения специальной военной операции, и были награждены орденом мужества посмертно. Напоследок обсудили вопрос о присвоении звания почетного жителя города, награждении почетными грамотами Рязанской городской думы.